Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, крошка, гусанёк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Наконец-то у нас рубрика «Аниматроники пугают охранника» на новой карте FNAF 1. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Мне нравится гусанёк в том, что нам будет очень сложно, так как на этой пиццерии забрали на ремонт телевизоры и камеры. Мы будем ориентироваться по звуку. Слышишь, он идет уже? Где? Где он идет? Я не знаю, ни там нету. Я слышу, он не может же невидимым быть? Нет. Нет. Блин! Ну гусанёк, я голову... Я устал очень сильно. Первый раз мы пропустили аниматроника, теперь я должен играть очень четко. Я видел баллон... А откуда этот звук? А тут вентиляция есть? Нет. Вроде бы нету. Слышишь? Да. Так где он идет? Че ползет? Че крадется? А ну иди посмотри. Его здесь нет. Я тоже пойду посмотрю. Ой, он меня кинул! Блин! Закрыл мне лицо! Закрывай! Вот ты смотри какой! Эй, уходи! Вот какой баллон бой хитрый. Кинул мне скример. А кто это? Это Бонни, походу. Опа! Ой. Готовься! Блин! Да ну как? Я же нажал клавишу кнопки! Вот зараза какой, смотрите! Вот это хитрый аниматроник попался нам! Мы хоть раз можем подловить, чтобы он нас не убил, а? Ну я думаю, да. Так, надо позвонить, чтобы нам быстрее починили камеры. Да что такое? Опять убил нас! Он что, на расстоянии убивает? Короче, закрывай двери. Ну его нафиг. Хорошо, что дверь закрыта. А, не смог, хитрый жук. Так что-то жарко. Мне уже жарко становится. Так подожди, открывай тогда со своей стороны. Ух, подышим. Если что, я закрою. И он пропал. Какая-то музыка. Я тоже слышу. Это Балора? Или Scrap Baby? Так, я пойду посмотрю. Гусанёк, если что. А! Монти! Я успел! Ну нафиг, блин, я испугался его. Он такой гигантский. Эй, что с тобой? Его заклинило. Або. У него проблемы с батареей. Так, у тебя открыто, да, воздух проходит. Мы не можем держать двери больше, чем 30 секунд закрытыми, потому что мы, скорее всего, умрем. Очень мало воздуха, вентиляции нет. Интересно, а что это за трубы здесь? Или что это вообще такое? Распределение, наверное. Энергии! Отопление! Энергии. Я успел! Гусанёк, ты где? Я умер. Теперь твоя очередь. Кто это? А я знаю этого аниматроника. Крячечка. Так, Чика ушла. Ах ты, блин, смотри, какая хитрая, а. Ого. Блин, все, я не могу дольше держать двери закрытыми. Отлично, я успел закрыть. Что она там делает? Ушла. Смотрит, ушла. Если что, я успею. Даже если она быстро будет бежать, я успею. Нет, нет. А, гусанёк! Ну что ты наделал? Это же хитрый аниматроник сегодня. Ты видишь, что он делает? Ну блин, он этот, какой-то слишком хитрый. Как он нас обманывает сильно. Эти аниматроники очень жесткие, ты заметил? Да. Я увольняюсь с этой работы, я больше не хочу здесь работать. Только доходит ночь и все. Да, надо уходить отсюда будет. Какая тишина. А, бежит. Я успеваю. Отлично. Блин, это было на соплях. Гусанёк, смотри со своей стороны. А что это за челепиздрик? Там мелкий бежал. Недоразвитый эндоскелет. Я не знаю, что это за странный аниматроник. Готовься. Он может очень быстро начать бежать. А, хорошо, что у меня дверь здесь закрыта. Это очень хорошо. Его колбасит. Блин, где он? Мне кажется, он сейчас с твоей стороны побежит. Ну да, потому что дверь тут... А, открой. О, сразу ветер повеял. Закрывай со своей стороны. Ты сейчас нормально, я успею. А, слышишь? Слышу. Я пойду пройдусь.
Как будто следит за нами. Только как? Опачки! Вот он здесь! Давай, давай, давай! Я тебя не боюсь! Щенок! Опачки! Опа-па! А! Вот это жесткие аниматроники! Слышишь? Ой! Тут улица есть, мы можем сбежать! Закрыта эта задняя часть! Только мусорка! Так, на улицу мы не можем выйти. Он везде нас убивает. Ты где? Он меня убил на кухне. А ты чё, бутерброд не принёс там никакой? Ну сейчас, там я вроде видел был, сейчас попробую принести. Идём на кухню сходим, постараемся как-то прибежать. Так только тихо, а то... Идём, тихонько. Он кажется сейчас с левой стороны. Он должен быть там, он думает, что мы там. Интересно, я могу дверь как-то закрыть и выйти? Блин, да я сам себя случайно! Блин, я так дернулся, он стоял за углом, ждал нас. На кухню, получается, мы не сможем, да, попасть никак. Вот он, закрыл. Блин, открывай с этой стороны. Фух. Так, побежал. Давай, как он придет на эту сторону, сразу же быстро побежим на кухню. Согласен, мы сможем там закрыть. Закрывай. Есть, не успел. Быстрее, побежали. Гусенек, я не пошел, думал, обманет нас и убьет нас. Гусанёк! Гусанёчек! Нет, ну иди! Ну что, этот аниматроник вообще нас не... Блин, да я хотел за столом заныкаться и сидеть! Блин, я теперь захотел не то что кушать, а теперь писать захотел. Идем в туалет? Ну, если он даст нам пройти. Ну, тогда что, обосымся просто? Нет, я должен сходить в туалет. Никого нет. Давай по очереди, сначала ты, потом я. О, я слышу баллон боя. Ты ссышь, да? Да, можешь прийти посмотреть. Не-не-не, я не хочу смотреть, как ты ссышь. Мне это не нравится. Я его видел тень. Он невидимо ко мне шел. Ах ты хитрожопый какой, а, аниматроник. Я тебя увидел. Вот он где-то здесь. Где-то он здесь вот. Может, он здесь? Так, он с левой стороны, я право. Ай, он меня убил, пока я ссал, но я успел поставить. Нифига себе, ты ссышь, уже ведро можно было сходить там. Теперь я иду. Ты где? Вот. Давай. Так. Я увидел! Он медленный! Все, пошли. Все, нормально, стою. Нормально все? Да, все четко. Все. Я слышу. Я слышу! Ай, блин! Я живу, меня скример кинул. Вот он. Я его вижу. Что ты, жук? Жучара! Не догонишь ты меня. Смотри, как пытается меня догнать. Ах ты! Не-не-не-не-не-не-не! Это так не работает. Блин, гусанёк! Ну гусанёк-то, блин! Подловил меня! У меня написано старт... Что это всё было? Стартинг ап. Все, давай в офис. Ну какая-то система. Так все, он пошел меня чекать в туалете. Бежим! А где тут еда? Тут еды нету! Стой, он там. Он что, всю еду сожрал? Может, в холодильнике будет, еще не знаю. Мне интересно, аниматроники вообще могут есть? Напишите в комментариях, кушают аниматроники или нет. А если едят, то что они кушают? Тихо. Дима, беги. Бежим. Беги, быстрей. Опа. Гусанёк, извини, быстрее с этой стороны. Бегу. Давай. Есть, блин, это было так близко. Прям на соплях просто. Я чуть в штаны не то, что обоссался. А ну повернись, у тебя нема коричневого там? Посмотри. Что-то есть пятнышко. Да нет. Да ну есть там чуть-чуть, но не обмануй. Так. Я открываю дверь. Что это за аниматроник? Где? Слышишь? Колокольчики. Да. Кто это? Гусанёк, если что, закрывай двери. А, ты со мной? Идем. Нет! Есть! Блин! Попит! Страшная.
Так, внимательно смотри. Так, идем пройдемся. Ого! Это кто? Я не знаю. Так, я хочу... Выйти! Блин! Ух ты, блин, для ща прописал! Он какой-то неадекватный. Где он? Там где-то. Так, он может быть невидимым. Мы его должны по тени только палить. Я знаю этого аниматроника. О, как здесь хорошо, я сейчас вышел на улицу. Да, я тоже так иду к тебе. Так. Есть! Успел, блин, это было очень близко. Ну нафиг я ноги поджимаю, это очень стрёмно. Чего пугаешь так? Когда он тебя не заметит, пойди ко мне, тут на скамеечке посидим. Я иду сейчас. А уже практически утро, гусанёк. Да. Мы сутки с тобой... Не продержались. Вот это я получил. Давай, ко мне, садись. Встречаем рассвет вместе. Смотрите, уже небо светлеет. Да. Там нам больше находиться нема смысла. О, смотри, кто сзади идет. Блин. Надо куда-то спрятаться. Тут мусорка. А если не шевелиться, она не увидит. Я в мусорке спрятался. Тут, блин, воняет, конечно. Может, то от тебя? Вот это звуки она издает. Так, я спрятался. Я тоже не двигаюсь. Ушла. Другой аниматроник идет. Вот он. А! Нет! Я живой! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка-Крошка, Кейстарс, Фокс, Плеймаркет, Кисми Угабога, Флайн, Гусанёк. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Я сегодня в мастерской нашел очень классную необычную карту. Я решил, что на этой карте мы будем делать побег от аниматроников. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Давно я не начинал первым, поэтому сейчас я покажу вообще, как надо профессионально всех убивать. А где Максим? Вы смотрите вот тут вот. Ох ты, блин, еще бы чуть-чуть бы и схватил. Я представляю, как бы ты отмазывался. Первый. Мне кажется, попадал. Ты стал хуже играть. Давай, гони, я их тут буду ждать. Тихо. Давай. Внизу ждем. Отлично, хорошая тактика, кстати. Смотри, ах ты. А ты, блин, прыгучий, Спанч Боб. Спанч Боб. Губка жоп. Максим, а ты где? Я обхожу. Назад бегите. Давай, будем их окружать. Но я ж на дне океана живу, поэтому я и прыгу. Вон он по низу пошел. Мишка, пройди. С другой. Пройди. О, огурец бежит. А, бежит, вон он бежит. Другой. Надо им засаду устроить. Блин, засада. Он плохо перепрыгивает. Засаду. Вот засада, о чем я и сказал. Блин. Я двоих сразу убил, ребята. Вот это была очень классная тактика. Вы ожидали, что я его сдал за углом? Какая же ты крыса? Вот это было сильно! К нам бежит, бегите. Ребята, этот момент заслужит 100% лайкосика. И хочу попросить, давайте добьем до 2 миллионов. Осталось немножко. Давайте попробуем еще применить раз эту тактику. Называется крыса. Крыса Дима номер 2. Блин, ну ты молодец. Блин, да это ты! Два дурачка встретились. Я хотел так сделать. Смехите. Слушайте, Дима, а расскажите-ка мне поподробнее об этой тактике. Она крутая? Она очень крутая. Иди сюда. Поймал? Красава, Кисмик. Ой, Кистарс слился. Кистарс, не трожь меня, я твой друг, брат. Я сейчас тебя убивать буду. Вон, Кистарс, пей брата огурца. Так, подождите, а кто еще живой? Я. Саня. Я еще жив. Так, делаем засаду. Внутри нельзя. Кошмарно, не беги вот эту сторону, вот эту. Там стоит за углом. Понял, спасибо, Саня. Я гоню, пацаны. Делайте засаду. Это рабочая тактика. На этой карте это классно работает. Карта вот очень необычная. Гусанёк сказал, что какие-то текстуры странные. Нормальные текстуры. Unreal Engine 5. Не, ну, необычная. Блин, Саня, нас двое. У нас двое осталось, блин. Убиваем кошмарного. Так, чё, сейчас же выяснится, кто лучший игрок. Вижу. У кого очень высокий интеллект? Не меня! Нет! Есть, во, есть, я знаю, как последний. Засаду. Все, я последний. Ждем Гусанька тут, я его должен лично убить. Все, я его убью. Блин, Гусанек, ну ты победитель.
я первый раз. Он и начинает. Я тогда начинаю. Осиное гнездо. А если он резко забежит и замочит? Максим, сзади! Сзади. Дурак, Максим, что ли? Да чего ты тут сзади? Он был там, он заныкался в одной из этих там пространств. Значит, я мысли, я сквидвар. Иди проверь. Иди, не, я не боюсь. Иди сам. А вот он, внизу, Фокс, беги. Фокс, вот он. Фокс. Давай, гусанёчек. Слабак. Он меня стопит. Да, Максим, мы с тобой затащим. Фиг тебе, ой, где он? А, блин. Нормально, у тебя 4000, что? Что я тебе сделал? Так ты первый меня ударил. А, вы хотите драку на монтировках? Я сейчас Да не, пацаны, все, хорош. Он за стенкой спрятался. Он все равно убивается одного раза, так случилось. Вон он. Бегите. Он крысит, он на крысу играет. Пацаны, бегите. Бежит, да не стопьте. Не стопьте. Блядь, я ничего не делал. Пацаны, вы что гоните? Он там что-то стоял на месте, я его убил. Убей Фокса просто. Они стопили. Фокс, я тебя убью еще раз. Он не допрыгнет. Да ну это высоко было. Что за баги игры? Я же сказал, бежи. Залетим. Да блин, я думал, что я все-таки выиграю. Твой дикий страх. Че я? Да потому что бесите. Есть! Это называется засада! Я тебя караулил все эти часы, следил, как ты живешь, где ты проходишь, и поймал тебя. Прикольно тебя подловил, испугался? Я обоскакался. Так, кто еще живой? Я. А, нет, я не я. Ты что? Кошмарный. Ну не палите, ну вы бесите. Есть! Хорош. Так, кто это у нас тут бегает? Иди сюда, мальчик. Фоксик. На тебе! Кого? А, это кто выжил? Это я. Кто живой? Все, ты последний был, ты выиграл. Огурец был. А, я выиграл. Да, Фокс выиграл. Огурец еще живой? Нет, огурец живой. А, не понял. Так стоп, мы же огурца вроде бы убили. У нас два огурца. Вижу, бежит под... Следите, вот он сейчас будет прыгать. Так, осторожно. И я его в воздухе. На! Ну что, очередной раунд, где я должен точно сейчас затащить. Все, никаких поблажек. Я уверен, я выиграю в этой. Я выиграю, увидишь. Вон он бежит за вами, сзади. Бежи! А! Блин! Хавай Диму. Дима, иди ко мне. Беги! Саня, ты меня защитил, спасибо. Это жесть, он меня застопил, чуть не обосрался от испуга. Так, пацаны, только не поддавайтесь, давайте хорошо играть. Здесь такая карта, как под паркур, да, запилена? Да. Попробуйте сюда. Это для меня карта. Так, бежит, я вижу, ну ладно. А что ты? И в этот раз оторвемся. У нас один. Вот, как красиво можно здесь прыгать. Дима, давай ко мне. Я иду. Вот сейчас уже этот раунд, когда все натренировались, и поймать сейчас будет очень сложно. Прикольно, что он будет страдать теперь. Ха-ха-ха, мне это нравится. Или сделать... Или должен кто-то сделать ошибку. Я думаю, что это будет Максим. Да, ага. Да, где ты? Я тебя не вижу. Ты улетел за карту, может? Нет. Я как раз на карте сижу рядушком. Ну, правда, рядушком. Я вас не вижу. Рябушком. Ладушки. Он нажимает контр, у него там получается только башка торчит, да? Ну, Дима, страшно? Зачем ты там прыгаешь? Он тебя убьет. Не случайно, я проверить. Страшно, да, пацаны? Очень. Непонятно, где он сидит. Ну идите, пройдите все там вот в этих вот штуках. Нет, Дим, давай ты идешь, пройдись туда по прямой. Нет. Да, Дима. Давай. Вот он. Где? Бежит. Вот он. Бегите. Быстрей. Спалили. Если я умру, я фокс. Вот, вы что гоните? Блин, поймар. Ну поймарк опять ему поддался. Нет, он не поддался, Фокс его подставил его. Страшно? Да блин! Да ну не надо, ну пожалуйста, пацаны! Лох. Я лох? Да вы не играли на лоха, ты что, гонишь что ли? Ну ты же сказал, я проиграю. Да я сейчас красиво должен был выиграть. А вот он, это кто? Подловили меня. И когда много, это уже опасно. Кто это? Так, делаем подставу. Их там миллиард. Дима, ты очень это плохо смотришь. Прям сзади их чувствую, прям сзади. Взял и убежал от меня. Куда ты, Дима? Тихо.
Привет, дружище! Подстава выполнена. Гусь, гусь бегает. Беги, Саня, беги. Ну, ты, конечно, Максим, ты еще жив или нет? Я живой, я живой. Че, гусенек живой еще? Да. Вижу. Я живой еще. Так, я его преследую, он от меня не уйдет. Я его вижу, 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 вижу. А он делает тактику, чтобы не забегать в эти козырьки. Потому что знаешь, что ему и жопа. Ну потому что только так можете убить. Привет! Зачем ты меня убил? Максим, бежим. А он найс убили. Да он всех убивает, неадекватный, что ли? Вот конем делаем, пацаны. Я живой, я выиграл! Молодец. Да, молодец. Максим. Я поймал его. Все, бей его. Ну, я Максима в воздухе мочу, смотрите. Блин, не удалось, красиво. Окружили жестко тебя мы. Ну, я зато выиграл. Последний раунд PvP, берите все аниматроников. Любых можно брать, какие хотите. Раунд начался. Это Дима. Это не я. А это ты. Ага, стоять! Ты думаешь, ты уйдешь? Давай, 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 иди, иди, иди. Я тебя съел, я тебя съел. Я тебя съел. Читер, читер. Ой, блин, я под текстуру аж залез. Так, отлично. Просто надо правильно играть, ты не умеешь. Я поддался. О, давай, я тебя убью, ты готов? Нет, нет, иди. Не бойся. О, у меня зависло, найс. Отлично. Ну, давайте, будете бороться. Сзади, 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 Дима. Ты обманул меня, блин, чуть мышку не сломал. Так, ладно, пошел я на охоту. Я уже вижу, многие посливались, пора добить всех. Там, там нет никого. Саня свой пони. Блин, где аниматроник хоть один? Вижу. Вот так, он. Ну что, мы с тобой сейчас всклеснемся в жесточайшей битве. Кто же лучше, кто же интересней? Кисня. Так, стоять, куда ты убегаешь? На тебе щено. Ага. У меня проблема. Проиграл. А я не могло. Кто же лучше аниматроник? Давайте, пацаны. Не бойтесь. Я за Угабугу. А блин, косячнул, косячнул. Ну ладно, ничего страшного. Я за Угабугу. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димаский, Старс Фокс, Гусанек, Курикс, Госдума, Плюш Фрейдик. Сергей там, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Привет. Всем привет. С названия ролика вы уже поняли, что у нас будет выживание на деревянной постройке. Ну не обычное выживание, а на плавающей постройке. Смотрите, как она прям видно, как она от волн шатается. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Правила просты. Кто упадет в воду, проиграл. Вот видите. Вот Плюш Фредик просто показал, как это происходит. Молодец. Я вижу, что вот эта вот часть, она вам очень сильно мешает. Мы ее можем обезвредить. Ты ее отсоединил от нас. Подожди, а как... Она, наверное, сваркой приварена. Кстати, плывем. Во. Спасибо, спасибо. Давай. Будет классно, если вы начнете отдельно плавать. Ой. Ой. О. А. А снизу, чё? А снизу прикреплено, снизу. А, снизу. О, давайте начнем эти штуки отстреливать. А ну, давай. Сейчас мы возьмем вот это вот. Киста. У нас перевес, к нам кто-нибудь. Во. Отлично. Пойдет. Давайте отстрелим прям у самого начала. Во. Опа. Класс. Так, давайте здесь. Хорошо. Ты их выровнял. Ой-ой-ой. Держитесь? Да. Ага. Ну, Саня, предлагаю перепрыгнуть. Перепрыгивай, я тут останусь. Не, я за тобой. Наш корабль. Так, давайте вообще эту сторону отстрелим. Просто проверим, что будет. Еще ниже. Ха-ха, прикольно. Да. А у них кто? Ой, я вам сейчас устрою очень классную тему, пацаны. Нет. Я сейчас а там все, отстрелю и здесь это сделаю. Ой. У тебя будет очень прикольный перевес, она сейчас будет просто так шататься влево-вправо. У нас уже живой. Есть один проигравший. Один есть, я. Понял. Все, смотрите, как они будут сливаться. Опа. Хорош? Мы уже почти плаваем. Мы уже плаваем. Ой, как низко, ой, как низко. Я вас рассоединил, вы теперь каждый сам по себе. В Госдуме только одна палка. Его держит. Жесть. Ой, ой. Тихо. Нормально, 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 гусенек, веса меньше стало. А, здесь эта штука держит, ладно, я вас пощажу. Не надо. Не надо? Палки держатся. Ты уверен?
Не, пощади. Но им хуже всего. Хорошо, что мне. Нет, гусанёчек! Во-во-во, смотри! Давай, ты прикольно это делаешь. Держишься? Держишься. Так, это тоже практически в воде. Мы ему поможем сейчас. Нормально? Блин, это класс. Осторожно, осторожно, пацаны. Тихо, тихо, тихо. Реально осторожно. О, привет. О. Так, что вы будете делать, пацаны? Так уйди, ты перевешиваешь, Фокс. Куда ему улететь? А вот что еще держит. Проиграли? Все, есть. Да, Фокс проиграл. Уплываем. Такс. Что вас держит? Да, уплываем, не хочу. Все, я уплываю. Ой, я к вам плыву, пацаны. Ты что творишь? О, привет. Ну, давай. Давай там, там, там. Мы себя верим. Получается, ты еще не про... Оно само развалилось. Само ничего не сделал. А ты еще живой? Курикс. Давайте поиздеваемся над ним. Капец, тут... Что зашло мне? Опа, есть. Я плыву. Есть. Уплываем, ребята, уплываем. Да, все, поплыли, поплыли. Ты сейчас сам упадешь или мне что-то делать? Смотри. Ну-ну-ну-ну-ну. Скачать мод на весу. Вот именно. Что ты делаешь? Я ничего не... Ты сам себя сейчас скинь! Все, проиграл. Так. Так, как же, пацаны, вы будете сейчас выживать? Если я буду стрелять на рандомную плиту. Ой, я гранату буду бросать. Вы будете, смотри, когда летит граната, и отскакивать, смотри. Все, огурец проиграл. А плитка-то не разрушилась, уже и вы остались бы. Так, гусанек, у тебя как ты можешь, есть шанс у тебя? Я уплываю, я уплываю. А как ты это делаешь? Внимательно смотрите, куда летит граната. Конечно. Класс. Давай. Че, она отскакивает, вот. Даже ничего не сделал. Ой-ой-ой. А че ты по мне только? Они просто соскальзывают. Я ничего не сделал на сову. А че ты стоял там? Ты ж видишь, он летит. Так а куда мне было перепрыгивать смысл? Да что ж ты стоишь? Блин. Получается, что у нас? Сергей там выиграл? Победитель. Так как Сергей Тайм был победителем, он будет начинать. Гусанёк, ты чего? Да ладно, ладно. 3, 2, 1. Раунд начался. Все, давайте тут сидеть. Что-то ломается. Это здание из-за воды будет очень прочно стоять и не так расшатываться, как без воды. Ну, сейчас увидите. Уже нет. Уже мост сломали. Оп. А чем он ломает? Я не понял. АВП. А, понял. АВП харулит, согласен. На чьих соплях он держит? Ну, вот, вот так вот сделал. Что-то шатается у меня здесь, пацаны. Это течение сильное, да, наверное? Ха-ха, это, блин, стрёмно. Какое течение? Мы в Тихом океане, посреди города. Замечательно сказал. Тут стекло. Ой. Так, где он там? Я его не вижу. Да яма, нет, так не... Так. Меняем. Уходите, он под вами простреливает. Тихо, 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 тихо. Так, 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 чего вы... Уйдите. Спасибо. О, с дробаша. Ого. Где это взял? Смотри, что она делает. Ну, летает, как вам... пчелка. Не нужно вот... Пацаны, зря вы там встали все. Ой, хорошо, что вы ушли. Хотел наоборот сказать, что вы ее плохо, что ушли. Ух ты, отстрелил. Вот это он мощный. Ой, 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 ой. Это очень опасно. Ну пощади, ну пощади, пожалуйста. Фух, я прямо в воду висю. Ну я умер как. Что еще надо сказать? Все, ладно, я проиграл, согласен полностью. Утонула наша сторона. Так, вот это вам не надо. Я подох просто. Бывает. Ух ты. Все. Саня, ну, как ты туда залез? Легко и просто. И советую идти в середину. Он сразу скажет. Ого! Пацаны, осторожно, он сейчас хочет разделить вас. Пощади, пощади. Давай по балкам стреляй, стреляй внизу. Спасибо. Не надо, не надо. Нет, не надо. Во, правильно. Пощади. Хорош. Пощади. Вот. Пощади. Будьте на равных условиях. Почти. Да, а, ну все, он сам упал. Ну,
Ладно. Вот это оно шатается. Смотрите. Старский. Походу мне к тебе придется идти. Давай, прыгай. Ой, жестко, гусанек, в любой момент может поломаться. На двух палочках держит. Ой-ой-ой, гусанек, не иди, не иди. Все. Огурец. Да ладно, выжил. Ладно, мы с вами это больше. Все. Вот вот. Развалил эту часть полностью. Ну что, надо вот это, с этой заканчивать. Ну, наверное, да, сделай красиво, ну, по феншую. Давай, гусанек, я тебя ловлю. Спасибо, что свою. Ребята, я вас держу. Все, проиграл. Так, осталось двое человек. А, трое. Там никого не было, я перепрыгнул. Прям все на одной платформе. А, нет, стоп, где последний? Эй, ты, ну иди. Давай, ух ты! Огурец последний упал. Кейстарс, начинай. Вон он стоит. Я что, один стоять буду? Да. Ну а с кем ты хотел? Я составлю тебе компанию. А, он хочет тоже эту штуку отстрелить. Да. Ой-ой-ой. Подожди, мне нужно другое уже. Мы как будто плывем, да? Чуть-чуть. Да. Да, мы, да, мы реально плывем, кстати. А как это работает? Так и... Ой! Мы выровнялись. Так, хорошо. Пока мы все живы, еще никто не свалился. И гусунек проиграет первый. Нет. Ой-ой, он это нас... Разделяем. Так, Кистарс, если... Ой, Кистарс, все же там, если что, поплывем. Мы ну плавим. Давай, покажи! Показываю. Силу огурца! Ой-ой! Ой, это что всплыло? Такие так, брызги. Так, гусенек, я к тебе перепрыгиваю. Плохая не идея. Надо. Плохая не идея, надо? Не иди сюда, нет. У тебя не прыгнется, у тебя не прыгнется. А че она не прыгается? Потому что физика пропов. Тупая? Тупая физика. Она через раз прыгается. А о, все ниже и ниже. Мы на плоту. Сержитаем. Вам повезло, что эта штука как-то там залезла. Кидаю гранаты. А что, мы уплываем, походу? Ну, надо надо оценить. Ух ты! Ой. Ух ты! У меня горит! Ой, горит! Горит на воде, нормально. Беги! Бегите, пацаны! Он нам поджал! Я утонул, прощайте! Так, посмотрим, кто же выиграет. А, построился? Уплываем, уплываем, ребят. Ой-ой! Бегите! Беги! Вот он жестко закинул! О! Котик! Улетел! Еще граната. Пацаны! Гусанек, Гусанек, ты можешь перепрыгнуть. Или не прыгается? Не прыгается. Вот это брызги. Сейчас горит, все. Блин, все. А, ну все, ничья. Получается, да. Давай, покажи вещи. Уверены, готовы? Да, да, да. Вот ствол. Да. Постройка настолько большая, что малейшее извинение там в какой-то конструкции будет гнуться она сильно. Можно я буду первый, пожалуйста? Пацаны, мы куда-то едем? Я тебя умоляю. А вы где? Ой-ой-ой. Вы... А, вы сверху. Блин, пацаны. Мы живем. Я живу. Ай, блин, в воду упал. Фокс, не надо, пощади, пожалуйста. Ух, жестко он с нами поступил. Все, проиграли. А он меня хотел убить, пощади. Он хотел меня убить, он ломал. Гусанёк, ты расстроился? Меня физической проб убил. А, да? Меня тоже проб убил. Не, ну давайте еще раз, если гусанек так думает, что это, ну, случилось, так можем другую постройку взять. Так как гусанек решил, что было нечестно, мы переиграем. Давай, Фокс, сломай. Готовы? Да. Стреляй прям гусаньку в голову, это будет честно. Давай, все, жопа жирная не пролазит, да, гусанек? Гусдума мощит. Ой, я стекло. Так, вижу, как все рушится. Красавчик, давай, не останавливайся. Он чё под вами ломает. Что-то слабак вообще. Ни о чем, мне кажется, можно было и лучше, да, ломать? Да, он растяг. Что? Лошарик. Лохмандеевич. Ого! Так, я стою, все нормально. Все, хватит. Курикса пожар. Все, хватит. Хорошо. За что? Я выживу. Ух ты, красиво, гусанчилена. По голове мне дало. А, гусянек еще живет. А! Ай, блин, не вышел, не смог. Вот это жестко он здесь устроил пожар. Вот, вот.
Нет, держи тайм, перевес! Ай-яй-яй! Ты первый! Гусянёк первый? Да, я не знаю. Да, гусянёк первый. Они штыри остались. В смысле, я первый, что сразу это? Понятно, ну понятно. Реально, на этих штырях можно было выживать. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Play Market, Крошка, Крошка, All TV, Пика, Госдума, Silver Fox. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Я сегодня выбрал такую карту, где я буду очень сильно страдать и мучиться, так как это новая гигантская заброшенная пиццерия, где я буду искать пацанов. Скажу честно, это будет очень сложно, но я буду стараться. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Блин, я думал, это кто-то сидит здесь. Еще бы найти тебе. Карта огроменная, очень. Очень крутая карта. Ребята, эта карта заслуживает 100% вашего лайкосика. Чтобы залететь в Discord, для этого ничего не надо сделать, просто зайти. Блин, надо быть очень внимательным, я чувствую. Чувствую запах. Понимаете, я что-то здесь чувствую. Кого ты чувствуешь? Запах. Вони? Да. Говна. Кстати, кто первый умрет, тот лох. О, вот это я согласен. А чё карта большая? Это только сам... это самый нижний этаж только. А я вообще кого-то найду здесь? Нет, наверное. Зачем? Максим, а ты где? Подскажи, дай подсказку, пожалуйста. А, я на карте. Я вижу, Пика бегает. Я тоже. Так, здесь тоже у нас выключатель, да? О, я понял. Это значит, никто не знает. Все красные кнопки — это выключатели. Да, я уже понял. Или тут нет. Я посчитал, тут где-то 3 офиса. У меня дверь открыл. Не знаю. Почему она такая большая? Чё она гигантская такая? А ты где, Дима? Что... А, я в офисе. А в каком? На самом главном. Да их тут 4. Ну я в самом, в этом, центральном. Чё, я понял, Дима? Ты внизу? Так, так, так. А вот тут уже кто-то может ныкаться. Нет, кажется. Ладно, казалось. Не пугай. Дим, тут еще второй. На, иду. Спасибо. Блин, это я Диму ищу или Дима нас ищет? Я его сам найти не могу. Я тоже не могу его найти, очень большая карта. А я видел его, кстати, где он был. Нашел! Ой. Привет, Дима. А ты где ведро? Ой, вот он, я бочка. А, ты будешь ведром у меня. Хребет летает. Там летающий хребет, будьте осторожны. Да. Чтобы найти этого Дима оставила. А зачем ты нас ищешь, кстати? Ну, я хочу вас всех замочить, потому что вы мне не нравитесь. Что мы тебе сделали плохого? У нас такая игра. В смысле игра? Это игра. Ты сказал, ты нам денег дашь, и все. А, хорошо. Я вам денег не дам. Печеньки. Блин, потерялся. О, вот, Дима, я нашел. А чё? Нет, так на улице мы не прячемся, мы договорились, пацаны, да. Так. Да. Потому что если еще улицу взять, то это придется, ну, человек 45 брать. И ты и то бы никого не нашел. И то бы не... 45, который ищет. Да что ж тут залы все... Так, я не понял, где я вышел? Блин, это жесть. Запутаться можно. Так получается, если вы увидите, что я к вам приближаюсь, вы просто убежите? Нет. Я вот лично не смогу убежать. Ого, тут дыра. Нифига Хотя, себе. Если повезет, я смогу повезет. Убежать. А я смогу тоже убежать. У меня Хотя специально. Мне кажется, он вас на расстоянии убьет, он же по прицелу убьет. Что? Да что ж такое, еще зал. Ой, тут на кухне кто-то стенку сломал чуть-чуть. Да есть там. Где... А, дверь мне чека. Сделал. Дверь запилил мне? Вот. Блин, а я никого не найду, да, получается, на этой карте да, сегодня? Никого. Никого никогда. Мы, короче, договорились и так хорошо спрятались. Тут под нет. Картой. Дима, зачем ты зашел в невидимость? Как мне теперь тебя найти? А я на складе. На складе? А где склад? А, склад нашел щи. Я его вижу, да. Он выделяется. Вот. И где я? Тебя тут нет на сабану. Есть. А ты невидимый. Я слышно, невидимый. Кстати, слышно. Слушай. Я невидимый, да. Ну я, вот он тот бегает. Я ничего не слышу. Вот он сейчас тут. Я тоже ничего не слышу. Да где же игроки? Зачем я такую сложную карту взял? Я думал, я кого-то найду хоть иногда. По приколу. Угу, тебя обычно найти. А тут догонялки можно найти. Опа. Так, Госдума. Госдума. Ты довольно-таки хороший человек. Нет. Я помню, я ему помогал прятаться. Так, ребята, не так все и плохо. Я уже первого нашел, и это классный результат. Могло бы быть намного хуже. Дима, ты где его нашел? А я не буду тебе говорить, где я его нашел, это очень секретная информация. Супер секретная. Я нашел его там, где ты сидишь. Кто? Блин, ну вот игровые автоматы, я вижу. Шкафы. Забросал тут все.
Я боюсь, мало ли меня сейчас найдут. Найдут. Да не найдут. Найдут. Дима, зачем ты в невидимость ушел? А я шкафы обыскиваю. Ты в невидимость ушел, я видел. Я не, это не, кстати, у нас же уже двое, ты тоже вот взял баллон боя. Дима, сказать, где я нахожусь? Давай. Я нахожусь в нычке в подвале. Так, нычка в подвале, значит, это Максим где-то здесь. Давайте будем искать запах говна. Да, понимаю. Я позвал свою подружку, чтобы вас искать. Так что готовьтесь. Какую подружку? Ну там подружка, она такая небольшая. Вы не договаривались, алло. В смысле? Нечестно? Ты взял... Что ты на один начнешь. Короче, гвоздем где-то в подвале. Так, Максим, ну что? Я думаю, что ты можешь загадывать свои последние слова. Да, давай, я загадал. Загадал? Да, да, да. А что найти? Да? Не могу найти, да. А что так сложно, да? Ну вот оно почему-то, видишь, как оно? Попробуй взять аниматроника, который по области бьет. Так я уже таким и так бегаю и не могу тебя найти. Ах ты жопа! Да я ж взял, я же Рокси играю. Где ты? Это самый красивый аниматроник. Ты самый тупой аниматроник. А, хорошо. Вы хотите, чтобы я ускорился? Есть. Не надо, я пошутил, не надо. О, Рокси, привет. А, госдумаш уже был найден, хорошо? Да. Какого ты взял, мне интересно? Рокси, реально. Рокси? Да. Она не так сильно далеко бьет. Ну вот теперь я всех поубиваю. А, сейчас он будет просто бегать и спамить? Нет, я просто знаю, что вы где-то тут шкиритесь на видных местах, но я не могу уже найти вас. Просто он слепой. Он бегает и клацает просто везде. Нет, я не клацаю. Не, на улицу не надо, Дим. Да я знаю. Дим, я тебе готов дать подсказку. Давай. Вентиляция. Ну, госдума. Нет, знаете, Плеймарка объясняет через раз. Плеймарка, охренел, ты мою нычку объясняешь. Капец. Не, он объяснил, нет, он объяснил твою нычку, ЛТБ, это точно. Пацаны, ну что, я не могу, где вы? Прикиньте, будет ролик, это Дима. Ну, Дима. Как тяжело найти карту здоровенную, вы чё? Ты сам её выбрал. Ну да. Твои проблемы. Блин, ну чё такое? Хорошо, вентиляция, сейчас буду искать вентиляцию. Я уже даже готов сам слиться, чтобы искать. Не-не-не, сейчас, ребята. У моря не отколетает. Мне кажется, какой-нибудь госдума зайдет случайно, меня найдет. Потому что... О! Что? Лох! УЛТВ! Лох. То есть ты все время тут был? Красавчик. Ты молодец. Ты так красиво палишься. Круто, молодец. Бомба я тебе нашел, УЛТВ. Ты какие-то хочешь еще слова сказать, ну там, по свою защиту? Так нечестно, у тебя сплэш было. Да? Да. Нечестно, это не прятаться на карте, на которой тысячи квадратных километров объем. Выбрал, я не виноват. Ну вот поэтому я и думаю, что надо обличить. Да ты даже так никого на ней не найдешь, не говоря уже там каждый угол заглядывать. Хотя бы одного найду. Вот это. Давай, я нашел двоих. Давай, сколько ты найдешь? В подвале это самое крутое. Да блин, Максим. Ну Дима. Ну как тебя найти, если ты не находишься? Зачем тебе меня видеть? Ты куда полетел? Сейчас. Дима, фу. Ты решил, летая, меня найти? Вот здесь по-любому кто-то найкается. Вот здесь по любасу. Что, Дима, не получается, да? Не могу вообще никак. Ладно. Если бы ты пострелял бы или там гранаты побросал бы. Да обойдешься. А чего? Читер. Есть. Читер. Красавчик. С читами, фу. А что он с читами? Нормально играл? Я видел, как он сначала... Максим, а что ты на кухне ныкаешь? Ой, Плеймаркет. Так, сейчас еще найдем. У меня есть подвал. Отлично, ребята, нас все больше и больше. Наше семейство пополняется. Я в подвале точно спрятал. Я иду еще раз в подвал, сейчас Максима найду. Я думал, что он где-то здесь. Дима, спасибо тебе, что нашел меня. Обращайся. Дима, зачем тебе меня видеть? А вот объясни. Ты где-то тут, я чувствую. Подожди-ка. Где-то тут, блин, это где? Ну вот здесь вот. Ну тут, да. Да. Ты же не хочешь пострелять с дружбайки? Нет. Ну чего? Ну я же не последний остался. Ну так, Фокс, остался, ну я... чего ты? Отслился? Я, это Плеймарк виноват. А.
Мы втроем остались? Я про эту мишку. Есть! Так, и меня уже нашли. А, да? Извиняюсь. Сколько живых осталось? Ты, Максим, и... И Сильвер? И Сильвер, да. Вы вдвоем! Давай, я хочу опять победить, как обычно, давай. Ты не должен. Ребята, найдите все Максима, пожалуйста. Есть! Не-не-не-не-не. А, блин, пацаны, все, не буду щелкать просто так. Не-не-не-не. Достал мне. Так, я буду думать, как Максим. Вот я вонючие щупальца, да? Сквидвард. Ты жопа. Вот я бы мог заныкаться где? Ну, например... На дне, вот дне здесь, океана. Вот здесь. Хорошая нычка. Кто проживает на дне океана? Не, Дим, это бредовое место. Вот ты сейчас где смотришь. Опа! Я остался! Блин, а нычка-то у Сильвера была. Отличнейшая. Но я бы здесь тоже заныкался. Это имбово. Имбовый, у меня место. Так, и теперь очень, мы должны все найти Максима. Включаем все максимальный режим поиска. Так, зачем Максим. Тебе меня видеть? Вот ты должен... Вот, вот я Максим сейчас. Давайте еще раз. Я думаю, как Максим, да? Так, да, допустим. Вот я Максим и лечу. Так, смотрю, здесь. А может он здесь? Где? Я заходил уже. Блин. Так, Максим... Что ты, голова? Ладно, тебя здесь нету. Максим, а где ты последний раз делал? Может, он здесь? Я на складе его последний раз видел. Можешь подсказку дать хоть? Я говорил в самом начале, я нахожусь в подвале. Угу. О, гасте. Я Диму видел. А где еще подвал тут есть? Лучше большой подвал. Он очень большой. Он очень большой. Есть! Фух, я думаю, это я думал. Ну, раз Дима читает, я буду читать. Так, не, мы должны все его так искать. Дима, ты меня можешь найти только... Убив на расстоянии вблизи, ты меня не найдешь. А-а-а, зря ты это точно. Сейчас... Хочешь, я сейчас читерский режим включу? Какой? Летать, а я буду летать просто вот так вот быстро и кликать. И зачем? Ты где-то... Ну, ты же в подвале где-то, вот. Ну, все. Все. Ну, это же читерский режим. Вот кто сейчас за марионетку стоял у шкафа, он прям передо мной был, я уже руки его видел. Повезло, что он шкаф не открыл, я в шкафу упрятался. Молодец, Максим. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фокс, Гусаня, Крошка, Крошка, Курума, Дэн, Курикс, Кисми, Угабуга, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Салам алейкум. Всем привет. Всем привет. Всем привет, усики. У нас сегодня замечательная карта, а режим еще круче. Пацаны будут меня пытаться поймать на разных машинах. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня жесткие погони и веселье. Пацаны, сколько дадите мне секунд, чтобы... Так подождите, стойте! Да дайте мне, вы что гоните, толпу сразу едете. Давайте, 3, 2, 1. Погоня началась. Всем постам замечен злостный нарушитель. Поймать и остановить на месте. Ну или нет. Я на бешеном запоролся. Обратите внимание, какие у него модные диски. Не получилось! А Чика украла запорожец. Какая обычная. Блин, это было. Карта очень маленькая, она максимально оптимизирована под эти погони. В воду очень легко можно улететь. Кстати, да, если вы мне скинете воду, то я проиграл. Щенок! Застрял один, отлично! Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Давайте добьем 2 миллиона подписчиков. Осталось совсем немножко, чуть больше стака. Вы видели, как это было эпично? Это было очень круто. Блин, я не остановился. Куда ты делся? Я езжу просто по карте, по кругу. Бесконечно. Да блин, а все взбивают, невозможно. Все, давайте, я вас жду. Давайте, давай. Ты думаешь, ты мне воду хочешь скинуть? Я знаю, что ты хочешь сделать. Ай, я в дерево влез. Я его в воду скинуть. Щенок! Зажимаем. Отлично, отлично, отлично! Так, воду, вырывайся! Воду, нет, воду. Нет! Я почти не скинул. Я вырвался! Тихо, тихо, стой, 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 стой! Тихо, газуй, газуй, готовы, что вы делаете? Вы машины! Нет! Ладно. Пока, Дима. Ладно, ладно, я согласен. Тут я красиво. Ну, немножечко я вам поддался. Да легко было. Так, я теперь я угнал вот такой вот старый грузовик. Попробуйте меня поймать. Как вам будет этот грузовик ловиться? Он уже имеет большую тяжело. Мощь. Ой, ну он медленный. Тихо, тихо. Ой, а вот это ошибка. А вот это моя ошибка. Раз, два, три, четыре. Я шевелюсь, ты что, я слепой? Пять, я же шевелюсь, я ж.
Вот, давай, ты давай. Себе... Толкай, 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 толкай. Не, молодец. Не толкай. Молодец, молодец. Есть. Отлично. А моща у меня ДФЛ. Смотрите, как я толкаю полицейскую машину. Давай держать. Раз, два. Не газуй. Молодцы, молодцы, молодцы. Чика, давай, я в тебя верю, ты сможешь. Блин, какие-то полицейские у меня такие себе. Ой. Блин, это веселье. Блин, у нас был шанс. Нет, 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 нет! Я знаю, вы мне хотите воду. Пошел отсюда, щенок. И ты тоже. Нет, нет, нет! Нет! Да блин, да подожди, может я еще выеду. Нет. Нет. Я тебя дотоплю обратно, давай, на дно. Да все, я еду. Странно, близко под водой идут. Ладно, грузовик был тоже очень фуфлыжным. Давайте усложним ситуацию, которую они не ожидали. Давайте возьму вот этот джипик. Он имеет очень мощную тягу, но при этом он медленный. Давайте, 3, 2, 1, поехали. А вот это уже будет поярче. Не, вы уже меня не раскидаете. Я прямо за тобой еду. А что там полицейская машина стоит без дела? А, почти. Бросил кто-то. Понял, заброшенная тачка. Вы поняли? Ну вот псих, понимаешь? Прощайте, мужики. Спасибо, потом. Ух ты, красиво. Не успел. Что за артефакты тут на небе? Слушай, это полицейская машина довольно маневренная. Давай, давай, держу, держу, толкай. Стой. Не получится, я лучший игрок. Да, Максим, что делаешь? Вот это у нас борьба здесь. Щенки. Лохи. Ого. Вот, я его подпал. Тихо, 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 тихо. А вот да, тут я просто даю газы. А здесь уже два моста вырулило. Тихо, тихо, тихо. Толкай, толкай, толкай. Нет. Меня. Блин. Опа, сделал полицейский. Не получилось. Ой, смотри, как я тебя тараню. Близко было, если... Машина, это сложно. Я знал, что им будет тяжело. Ого, ого. Да тихо. У меня топливо кончилось. Представляете, насколько слабый ваш машина? Даже топливо кончалось. Ой, тихо, 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 тихо. Блин, это было круто. А вот здесь уже никак, как бы, смотри, ни о чем. Нет, 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 нет. Фух, фух, я думал, я застряну в столбах там. Меня хочешь перебороть? Пошел отсюда, щенок. Стойте. Тихо, отлично, вперед, отлично. Вперед. Я вырвал. Что ты мне сделаешь? Щенок! Таранти его. Помогай, помогай, помогай. Давай, 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 давай. Стоп, стоп. Давай сзади поддевай. Вперед, вперед, вперед. Как они толпой меня хотят остановить. Тащишь, ну Чика украла машину. Так, держи. Раз, раз. Нет, как? Нет. Вот, собственной жизни жертвуйте. Нет, какая жизнь? Какая жизнь? Ты чё? Я выезжаю, пока. Красиво. Да ну ё-моё. Просто ни о чем. Ух, это было очень сложно, но я вырвался. И чувствую себя очень радым и довольным. Но полицейские слабые очень оказались. Я так не чувствую. Не, ну эта машина тяжелая. Если вы сейчас не сможете меня все-таки поймать, то придется мне менять. Это как бы вы сдаетесь, будет считаться. Нет. Опять упал в воду. О, тяжелая артиллерия подъехала. Ой. А вот тут ты зря, вот тут ты зря. Прощай. По прямой вы мне сделаете? Ой-ой-ой. Блин, она довольно быстро. Пацаны, это сейчас будет маневр. Тормози. Красиво. Ну давайте покатаемся. Блокируйте. Ну что ж, иди. Куда я поехал? Там не выйдет. Блин, куда я по... Давай воду. Все. Давай. С разгоном. Оба. Добивай его. Все, добивай. Все, добили. И я заглох. А подожди, я еще на суше. Я еще на суше. Ты на дно идешь. Нет. Да, пацаны, пощадите. Я еще, может, спасусь как-то. Упаться. Все, уже все полностью. Все. Списание. Ну, блин, а... Восстановлению не подлежит. Ладно, эта машина тоже была классная, но немножечко пацаны меня затягали. О, давайте возьму что-то необычное. Например, знаете, что могу взять? Нельзя стрелять. Мусоровозку. Не, стрелять не надо.
Так, давайте я отъеду немножко, вы меня попробуете поймать. Машина, конечно, медленная, но очень мощная. Давайте я выйду чуть-чуть. Три, два, один. Ловите. Внимание всем постам. Нарушитель Чика украл мусоровоз. Цель задержать и... Не, этот, и нейтрализовать. И нейтрализовать. А какой нейтрализовать? Подождите, вы же должны меня поймать просто. Во, это вот это уже... хорошо, вот это хорошо. Наш напарник упал в воду, но ничего, ничего страшного, это его уже никто, опа, не спасет. Опа, 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 поддевай, сзади БТР. Вот. Давай. Ну шо ж вы. Вот вам мусоровозка, это мощь. Вот, БТР, давай, толкай его в воду, воду. Тихо, воду. Стой, какая вода. Толкай. Ха-ха-ха, не нашел еще раз под воду. Это, Максим, опять ты был. Нет, как раз это был раз не я. Каша-малаша у нас. Подрезаю. Максим, давай, на пол. Да блин, я не то нашел! Да я специально вам поддался, блин, да это. Моги, Дима. Да у него тормозов нету, как и у вас. Да блин. Хорошо. Поехали. Усложняем ситуацию. Так, а где автобус? Так, где нарушитель? 3, 2, 1. Я на автобусе. Я теперь украл мощный, модный автобус, который вообще тяжело будет вам остановить. Но у него скорость побольше. Я взял БТР, тебе хана. Так вы меня не догоните, вы же догоните меня сначала на своих БТРах. А мы тебя на ошибки поймаем. А, я больше не ошибаюсь. Не верю. Смотри, что я делаю по красоте. Просто уезжаю. А никто даже догнать не может. Пошел отсюда, щенок вонючий. Просто угадал. Он прям таранит эти БТРы. Тебе повезло, что ты находишься с левой стороны. Ладно, в дерево врежься и все. Все. Да подожди, стой! Да блин, ну нажми ты тормоз, ну че я как тормоз? Не нажал тормоз. Закончился твой автобус. Да, я специально вам поддаю, чтобы было весело. Сейчас вы хотите жестче? Хотите? Давай жестче. Хорошо. КамАЗ? Ой. Три, два, один. Поехали. Ты еще БелАЗ возьми. Ну и БелАЗ дойдет, не переживай, все будет. Да и как мы уже его скинем? Да, ого, скорость. Давай. А, он там тормозит специально. Ну, у меня тормоза, да, как бы присутствует уже на этой машине. Давай, кто там сидит? Курума, давай. Да не, не сможете. Еду. Спасибо, что помог. Зачем вы его повернули? Я так радуюсь. Все нормально, я оторвался, можем газовать. Блин, да откуда ты нарисовалась, Мирда? На тебе. Ай. Так, до воды мы не едем. Ой. Опасно очень. О, кстати, он же может просто около воды не видеть. Ты что, не хочешь врезаться? Я хочу. Опа. Ладно. Стоп! Так какой раз? Да подожди! Какой нафиг раз? Он как два. Раз, два, три. Четыре. Я еду, вы что, не видите, что я шевелюсь? Смотри. Пацаны, вода. Спасибо, что вы толкаете, молодцы. Вперед, держите его. Вода, ребята, цель нейтрализовать воду. Держи. Туда. Нет, стоп, машина. Ты нормально вообще? Нет, давай. Да вы их затрали. Да, все. Нет, я еще еду назад. Да нет, никуда, все. Все, я беру самый сложный левел. Надоело мне вам поддаваться все это время. О, а вот этот уже, дружище, вы не сможете разломать. Тогда я уеду, стой. 3, 2, 1, поехали. Опа, я включил сирену и еду за Димасом. Давай, держите его. Расступись. Так, поддевайте его. Хорош. А эта машина тяжелая, уже тяжело ее будет вам скинуть. БТРы, поддевайте БТРы его. Такие. Надо просто его снова к воде вести и все. Да я туда не поеду, а я не поеду к воде. Так, БТРы, давайте. Я сбоку под ним. Ай, ты перевернул меня, давай! На, попал! Держу! Нет, дружище, нет, это так не работает. Держу! Нет, не держу. Держи его. Не могу. Хорошо вырвался. Хорошо вырвался. Тогда смотри, они хотят меня поддеть, а так как я очень тяжелый, они не могут ничего сделать. Ничего, мы толпой тебя загасим. Хорошо, согласен. Они там бодаются между собой.
прижимайтесь. Прижимайтесь к обочине и останавливайтесь. Вот, вот, вот. Проверка на документы. А! Вот это было близко! Давай, 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 давай. Блин. Молодцы. Ты чё? Молодцы. А куда ты меня торкаешь? Ну, когда ты слишком тяжелый. Ой, блин. Чуть Максим, разы меня. Слишком тяжелый. Тут да что ж вы делаете? Тихо. Назад, 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 назад. Ай, я повернулся. Так, нормально. Внимание. Вот это борьба здесь. Но эта машина сложная. Ее остановить будет как тяжело. Но я постараюсь. У меня бензина немного, кстати. Так, внимание всем постам. Задержать машину. Не получится. Да блин, да куда ж ты газуешь? Не дайте ему просто никуда проехать и все. А я смотри, что делаю. А, вперед, вперед его толкайте. Не-не-не-не-не, это так не работает. Вот вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, стойте. Ну куда ж вы его разворачиваете? Пацаны, молодцы! Вот! Все, я выровнял, спасибо. Ну блин, БТР! Стойте, стойте, так идем. Тихо! Стоя! Так идем, блин. Давайте, давайте, давай. Нет, 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 нет. Давай, давай, давай. Ха-ха, лох, уходи вниз. Да блин, вы меня не можете выпустить, что ли? Да ё-моё. Отлично. Я не смог проехать. Отлично, ребята, я смог. Щенки. Поскидывал всех, смотрите, что делается. Вот ты сам попробуй, Дима, так покатать. Я верю, что это сложно, я верю. Но я же взял медленную машину, чтобы было интереснее. У меня топлива очень мало осталось. Это очень хорошо. Да, я все равно не смогу никак вот... Посмотрим, сможет ли пацаны меня поймать, пока у меня не кончилось топливо. Но я еду вот сколько? Ну, 20-30 километров еду, то есть очень медленно. Задержать, задержать, есть. Задержать. Ну, задержать, не задержать, а я поехал. Все, вперед, просто вперед его! Да стоять! Подожди, дружище! О, это спасибо. Раз. А нет, не раз. Спасибо. Ой. Все, давай, 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 давай! Нет, нет, нет! Еще не напал вниз. Отлично. Машина убогая, я сейчас бы проехал бы и тебя стал... Тихо! Давай, стоять! Давай, давай. Так! Ё-моё. Блин, осталось чуть-чуть бензина совсем. Так, тихо-тихо-тихо, назад. Вперед. Так, ты еще отчитывай давай там, да? Раз, два... Так я еду, что ты отчитываешь, если я еду? Смотри, какая моща, просто толкает даже грузовики. А попытка хорошая. О, все. Раз. А, все? А, стоп. Стоп, 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 стоп. Отлично, отлично. Давите его просто в бок и все. Да, пацаны, ну я же свой. Ну кого ж вы тараните, ребята? Тихо, тихо, назад, 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 назад. Пацаны все-таки не смогли меня поймать, пока у меня топливо не кончилось. А! Все, дебилуи! Что я сделал? Два, три, четыре, пять. Все. А я езжу! Победа. Я еду победа. Назад! Нет, какая все, победа? Все, смотри! Все, победа, победа, победа! Место победа! Не считается! Все, победа! Ура. Да я еду, смотри, я еду! Ладно, ладно! Вместе стоишь! Ладно, я согласен. Ага, не получилось. Все, а теперь самое сложное. Что вы хотите, медленную, мощную или быструю? Белаз, белаз. Белаз? Ребята, ну это будет смех. Ну давайте, я готов, давайте. Да, где ты? Следующий у нас раунд будет, когда я на белазе пытаюсь уехать. Так, внимание всем постам, объявлен розыск сумасшедшей чеки. Цель, она на белазе. Как его задействовать, как его... Силу остановить и ликвидировать. А ну давай его? Посмотрим. А как он его? Он неповоротливый. А где он? Нуга-буга! Ну прости. Вот тащи его. Вроде самое большое. Почему тормоза как будто из говна? Ну будто. Вот он на краю. Привет! Тащи, тащи, тащи. Остановил. Просто ни о чем. Он жопой едет. Я знаю так. Ты жопа. Давай, 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 давай. Поддержка, поддержка, поддержка. Не, пацаны, это так не работает. Давай, да вы что гоните? Вы что угораете? Давай. Да что вы делаете? Победа. Да блин. О, пацаны, я придумал очень классную тему. Я сейчас буду пытаться уехать, у меня будет бомба лежать. Да тебе хана. Вы должны меня остановить, но при этом она не должна взорваться. Так она взорвется. Блин, оно тяжело этому грузовичку. Ну все, давайте, пытайтесь.
Дима, она же взорвется от любого касания. Нет, 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 нет. Ну на езде, да. Я сейчас тебя влечу, и она взорвется. Так, а зачем ты это делаешь? Так, я считаю так, если сейчас мы взрываем бомбу, то у нас 1-1. Если мы не взрываем бомбу и останавливаем его, либо скидываем воду, то у нас победа полицейских. Не меня скидывайте, а его. Ой, мне кажется, все плохо сейчас будет. Не, я не взорву ее. Хотя она даже не активирована, в принципе. Да, она даже на ей не активирована. Оно еле тормозит с этой бомбой. А зачем тебе тормозить? Тормоза для слабых. Понял. Сказал я и улетел в воду. Что ты меня даже с места сдвинуть не можешь? Ну все? Куда ты заехал? Так. Ну что вы делаете? Я же взорвусь! Нет! Все! Вы смогли остановить и этот, и не взорвать ее? Мы победили. Победа полицейских. Официально. Подожди. Надо вот так вот. Вот всё. Это лупануло! Смотрите, где был взрыв. Насколько мощно вода разлетелась по всей карте. В этом ролике победили пацаны. Это было очень чисто и очень красиво. Пацаны, я вас поздравляю. Вы худшие полицейские, которых я видел. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! Всем пока.